Так, легким движением железной руки на первой очереди Самарской набережной распределяют песок. Его привезли на барже с противоположной стороны Волги. Свыше 17 тысяч тонн понадобится, чтобы приготовить все 4 очереди набережной к пляжному сезону. Работы начались сразу после того, как отметка воды в реке опустилась до 29 метров. С 15 июня, несмотря на ограничительные режимы, в Самаре открылись 14 спасательных постов. В планах установить лавочки, раздевалки и пляжные зонтики. В этом году появятся новые диваны-качели, мягкие скамейки с навесами и турники. Кроме того, в течение 3 последующих лет обновят 30% уже имеющегося пляжного оборудования. Обустроить пляжи планируют к середине июля. Во многом это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Пока действуют ограничительные меры посещения людей общественных мест, поэтому даже того, что пляжи не введены, на всех входах на пляжной территории установлены таблички, которые предупреждают граждан о том, что посещение небезопасно. И в случае открытия пляжа, в любом случае, будут указаны таблички на входах о необходимости соблюдения социальной дистанции при нахождении на территории пляжа и мер личной гигиены. Прежде чем пляжи откроют, их обследуют водолазы. Они достанут из реки мусор, а также убедятся в отсутствии воронок, чтобы определить места для купания. Эта работа будет вестись и после того, как откроется сезон. Самарцы, говорят, с нетерпением ждут возможности понежиться на теплом волжском солнце. Конечно, ждем. Мы еще Уже на посту. В прошлые выходные спрашивают, когда же нам раздевалки поставят, когда там лавочки поставят. Очень ждем. Вот песок завезем. Да, дождались. Да, отличная прям. Да еще такая красота, когда песок и пляж готовят к пляжному сезону. Это же отлично. Это все лето, оно пришло настоящее. И маска уже как бы так она есть, но ощущается. Но все равно все будут здоровы, все хорошо. Санитарному содержанию пляжей уделяется повышенное внимание. Для сбора мусора установят 48 контейнеров и 2 бункера-накопителя. Вывоз отходов предусмотрен в ежедневном режиме. Уборка территории пляжа будет вестись дважды в день. Регулярно организуются пробы воды. Сейчас купание запрещено, размещены черные шары и соответствующие информационные аншлаги. Пляжи будут открыты после завершения всех подготовительных мероприятий, получения разрешений, а главное снятия ограничительных мер. Мария Левина, Николай Епифанов, «События».